Парни, подходите к нам с Фредди в цех, у нас есть золото, будем взвешивать. Они не получали денег и за 7 недель ни разу не видели золото. Господа, дамы. Спасибо. Помните, вначале я сказал вам, что добывать золото легко? За неделю работы промприбора была куча проблем. Но, думаю, в этом хаосе уже виден порядок. Здесь ваше первое золото. Надо же. Да. Будоражит, да? Это первое золото, которое вы добыли. Сами. Этого вы никогда не забудете. Мы добываем золото. Вот так. Готовы? Взвесим. 7 лет назад бывший босс Рика Паркер на первой доводке получил всего 300 граммов. Поехали. Начнем с малого. 60, 150, 300, 600, 700, 900. Итого 941 грамм. Неплохо за первую неделю. 36 тысяч долларов. Потрясающе. Я просто в восторге. Мы почти... усомнились в твоих способностях, но все получилось. Да. Какой процент наш? Не забудьте о производственных расходах. Надо платить по счетам. Я еще должен 30 тысяч за промприбор. Без промприбора не было бы и золота, так что... Все верно. Но главное, он приносит золото. И это ваша заслуга, вы его добыли. Вы все. Теперь вы стали старателями, это неоспоримый факт. Метод проб и ошибок, но тут иначе никак. Верни его мне, жадина. Надо добыть еще. За работу. Да.